берем скрепку и никогда ее не засовываем в это отверстие. Здесь на часах сверху есть вот такое отверстие. Оно для компенсации атмосферного давления внутри часов корпуса. Вот. Если вы его продавите, то водозащита будет нулевой. Это не сброс. Амаз Фитбип. Китайская прошивка. Русский циферблат. Как же сбросить часы до заводских настроек? Все это делается легко и просто. Заходим в настройки. Предпоследнее меню. Соглашаемся и зажимаем кнопку. Происходит hard reset. Часы были не отвязаны, видимость не включена. Для того, чтобы подвязать к Мифиту, нам нужно будет надеть часы, проверить пульс и заново подключить их к Мифиту, удалив предыдущую версию. Вот и все.